Вопросы реализации приоритетного инвестпроекта строительства тепличного комплекса «Новочебоксарский» временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев обсудил с генеральным директором «Агроменеджмент» Дмитрием Туляковым. Сейчас инвестиционный проект строительства тепличного комплекса реализован на 1/3. За полгода с 10 гектаров собрано более 6 тысяч тонн овощей. На полную проектную мощность предприятие выйдет уже в 3-м квартале. Но возникли проблемы со строительством дороги и системы водоснабжения. Подрядчик тормозит выполнение своих обязательств. Все вопросы разрешим уже в течение месяца, то по дороге чуть-чуть сложнее, идут судебные споры между подрядчиком и фондом промышленности Чувашской Республики. Поэтому поставлена задача четко взаимодействовать с всем органом исполнительной власти Чувашской Республики и муниципальным образованием с тем, чтобы оценить текущее состояние, выработать четкий план действий и в кратчайшие сроки реализовать все те необходимые мероприятия с тем, чтобы дорога была построена. Современное производство дает работу жителям окрестных сел и деревень. Уже у нас на предприятии трудится более 300 человек. Это в штате, и еще мы нанимаем на разные задачи по ГПХ еще порядка 30-40 человек. Также к концу года мы уже приступили к набору людей для второй очереди. Соответственно, ориентировочно у нас еще будет где-то порядка набора 200 человек. То есть у нас в плане до конца года это 500-550 человек, как мы, в общем-то, и говорим. И нет никаких у нас сокращений, у нас нет никаких у нас уменьшений заработной платы. Чтобы сохранить в республике хороший инвестиционный климат, проблемные вопросы надо решать оперативно, считает Олег Николаев. Правительство готово этому способствовать.